Четвертый том Добротолюбие, страница 321, святого Феодора Студита, наставление монахам. 158.2. Не будем же, прошу вас, возвращаться сердцами нашими, как в Египет некий, к обычаям общей жизни. Не воспоминать о мясах и котлах тамошних, но на нас самих обратим взоры наши на прекрасную, нами проходимую и совершаемую жизнь. Ибо здесь наиболее заповедал Господь благословение и жизнь, истинное радование, неложную надежду, спасительное празднование. И если вопрос о преуспеянии, то мы более преуспеваем. Если вопрос об участи, то мы избрали благую часть. Если вопрос о блаженстве, то мы облаженствовались. Убегший из мира и от всего, что в мире, отвергший все срамные суетные утехи, отказавшись от брака, деторождения и стяжаний, восприяли мы детство, ничего не имение и своей воли отречения, от которых и подвязаемся, каждодневно распиная плоть свою и распинаясь миру и всему, что в мире. Почему праведно можем к себе приложить сказанное апостолом? Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Кто же теперь блаженнее нас? Или чего другого еще искать нам в жизни, что было бы более приятно и более утешительно, чем это? Ничего, кроме того одного, чтоб все остальные дни нашего здесь пришествия терпеливо и мужественно переносить все трудное и неприятное, и сохранив себя от падений при встрече видимых и невидимых искушений, благонадежно улучшить отложенное нам обетование. Всего ради мужайтесь, укрепляйтесь, утверждайтесь, и все благообразные по чину все делайте, разумея, каково и калика таинства схимы нашей, и какой жизни она требует, и как проходили ее преснопамятные святые отцы наши, примерами которых и соображайтесь, и по ним образуйте и преобразуйте себя, чтобы не ложно называться сынами их, и их потом радости причастниками сделать. 159. Каждый смотри и замечай, твердо ли и неподвижно стоит на камне веры в исполнении своего обета, на мученическом пути общежительства, не уклоняясь ни направо, ни налево, но царским шествуя путем, не дремля душою, чтобы не поткнуться о камень падения ногою твоею, и ничего не делая по самоугодию или пристрастию. Я вижу вас, но не всегда и не везде, ибо это свойственно только единому Богу. И не знаю, может быть, кто из вас, действуя скрытно по своей воле и лучше по страстолюбию, ринулся в пасть греха на пагубу души. Бойтесь и страшитесь этого. И пока плывете под благоприятным ветром, поминайте по поговорке о кораблекрушении. Ибо в одно мгновение может случиться ветер, буря, ураган, бедствие, погибель, смерть. Иной раз кажется мир и утверждение, но внезапно тревога, брань, война, заклание не тела, а души, что наиболее горько. Лукавый притихает на время, чтобы ввести в беззаботность. И потом, нечаянно наскочив, превратить помысел и погубить. Нет у нас места беззаботности, нет времени покоя. Многих до самой пристани спасения достигших пустил на дно враг лукавый. Некоторых до самого свода небесного поднявшихся по причине малого нерадения низвел он на землю греха. Многие сокровищницы добродетели опустошил он, много духовных подвигов похитил и соделавших их оставил бедными. Ведая это, бодрствуйте и не давайте очам ума своего дремания. Но слышу, что иные из вас самонадеянности держат себя небрежно, смотрят бесстыдно друг за другом, пустословят и смеются. Иные же сплетают руки с руками и прикасаются устами к устам и щеками к щекам. Плача это достойно. Вяжет ли кто огонь, возьмет ли в пазуху, чтобы не прогорела одежда его, или кто может ходить босыми ногами по углям огненным и не сожечь ног своих.
6:27. Так и такие дела делающий не останется без падения. Худо также и то, что иные охорашивают лицо свое, щеголяют, прикрашивают веки и брови и рисуются, как блудницы. Вышито имеют пояса, уборно приправляют одежду, в походке принимают модные движения и слова произносят манерно. Всем таковым сказываю, что вперед этого не делали, иначе бороздами и уздою челюсти их востягнет слово. Псалом 31:9. Ибо нас поставил Бог не на разорение, а на созидание людей этих. Потому соблюдайте законы. Учители, внушайте должное учимым вами и исправляйте их. Не потому говорю это, будто бы подозреваем был кто из вас, что он вместо врача бывает отравителем, вместо просветителя омрачителем, вместо путеводителя сбивателем с пути правого, вместо спасителя губителем. Ибо учители принадлежат ученикам, как изображение благочестия, пример спасения, картина всякого доброделания. Для того и отдаются им ученики, чтобы они позаимствовались от доброго примера учителей. Если же выходит противное, то да возьмутся таковые и устранятся, чтобы они не передали своей шелудивости здоровым. Всего этого я не хотел бы говорить, но нужда заставляет. Желаю одного, да право шествуем все, дабы и Бог порадовался нашему доброму житию. 160. Как земледелец, видя зеленеющим поле свое, которое трудами своими возделал и засеял, радуется и веселится, так и я, хоть не как о плоде трудов моих, веселюсь, однако ж и радуюсь о вашем духовном плодоносии, потому что нахожу праведным исповедать истину, видя, что вы благодатью Божией все более и более преуспеваете и делаетесь лучшими. Да вы и сами можете засвидетельствовать о том. Не видите ли, какое у нас благочиние, какой мир и тишина? Не сочетаны ли вы все, как одна душа и одно сердце, верой твердой и союзом неразрывным? Не ревнуете ли все о более и более полном исполнении животворящих заповедей Христовых? Нет между вами частных содружеств, разделяющих и раздробляющих единое братство в угоду врагу дьяволу. Нет у вас самоугодничания и самочиния, чтоб каждый жил и действовал, как хочет, а напротив, владычествует однообразная по Богу жизнь. Нет у вас того, чтоб каждый равнодушно носился туда и сюда, на разорение и расстройство всего тела братства. Но по благоволению Божию все во всем идет у вас по уставу, в ясти и питьи, в бдении и спании, в труде и отдыхе, во входах и выходах, в беседе и молчании, в чтении и псалмопении, в молитве и безмолвии, в одежде и обуви. Не всем, конечно, все одинаково и поровну раздается, ибо не все равны по возрасту, воспитанию, состоянию, способностям, добродетелям и мере здоровья. Но всякому оказывается должное внимание и доставляет удовлетворение потребного, ибо все вы члены единого тела, хотя не все одинаковой чести сподобляются. Но все это не первое. Главное, чего ищем, есть на добре совершив. Да добре совершив дело свое, через смерть войдем в покой Божий после потов и трудов здешней жизни. И вкусим радости неизреченной и вечных благ неописанных. Это имея в чаянии, более и более постараемся преуспевать, внимать себе, трезвенствовать, бодрствовать, как в одни благообразно ходить, упованием радоваться, скорби терпеть, нудить себя на все доброе, плоть подчинять духу, в честь вменяя бесчестие за Христа, первенством почитая быть последним и радуясь уничижению Господа ради. Да так, совершив путь, с мучениками вселимся и с преподобными радоваться сподобимся бесконечные веки. 161. Что воздадим Господу о всех, я же воздаде нам. Что, как не песнь давидскую с истинной решимостью, и на то, что поется в ней, чашу спасения примим, приимем, имя Господне призовем. Псалом 115:3. Чаша эта есть приятие мученичества. Но мученичество наше не в пролитии крови, а во внутренней добросовестной борьбе, когда, например, не преклоняем колен перед Ваалом,
То есть не поддаемся похоти плотской, преодолеваем все видимое и невидимое, наводимое на нас искушение, волнение помыслов, жжение похоти и пожеланий, прискорбность лишений, бед, унижений. Вот добрые мученики, вот воины Христовы, вот нужницы и восхитители Царствия Небесного. Радуйтесь, благодушествуйте, мужайтесь. Теките, добрые, восходите от силы в силу, возвышайтесь на самый верх добродетелей. Витайте в превыспренних созерцаниях и делайте так непрерывно, пока придет конец жизни вашей и переведет вас к уготованным вам от сложения мира весельем и радованием. Блажен и преблагословен, кто, слыша это внимательно и в дело приводя, и огонь к огню прилагая в сердце своем, возжигает в себе до небес восходящий пламень любви божественной. Но окаянен, кто замыкает уши свои, любя суету и ища мимолетных услаждений плотских. Однако ж никто не ищи только своих, своего, но что на пользу ближнего, своим собственным то считая, ибо мы члены в отношении друг к другу. Этим всякий радует Господа, а себя лучшим и совершеннейшим соделывает. 162. Память о смерти всегда спасительно действует, и тем более, когда стоим перед лицом умершего брата, как в настоящем случае. Вот опять видим перед собой странное таинство. За минуту перед этим бывший с нами, не с нами уже теперь духом, говоривший с нами своими устами, умолк совершенным молчанием, когда звук голоса его еще отзывается в ушах наших. Какое изумительное это зрелище! Видим его и не видим. Телом он здесь видится, духом же отступил от нас. Лежит недвижим и бездействен, нет дыхания, нет зрения и слова. Все чувства видны, и ни в одном никакого нет живого действия. Он как камень или другая какая бездушная вещь. Взглянем на место покоища прежде почивших. Что увидим там, братья? Смотрите и поучайтесь. Не прах ли это и пепел, не истлевшие ли тела, не иссохшие ли черепы, не обнаженные ли кости? И все это неприятное безобразие, жалкая и отвратительная куча. Можно ли тут различить брата от брата, благообразного от безобразного, юного от престарелого? Никак. Все истлело, все потеряло свой вид. Изволь теперь рассмотреть, кто хочет, где тут похотная сласть? Где наслаждение яствами, где упокоение сном и все другое, что делается в угодье плоти? Где пожатие рук, объятия, лобзание? Все пришло отсюда и взято с собой тем, кто как богач приточный, предпослал то в ад на поджигание себе огня неугасимого. Чего-то не постражит ни один из братьев наших. И особенно ныне преподобно почивший, перешедший в жизнь нескончаемую, добре проведший здешнюю, в безукоризненном повиновении, послушании, юными летами, но седой мудрованием, малый возрастом, но великий духом, коего внутреннее благонастроение ведомо мне, внешнее же поведение известно и вам, что в нем все добро очень и всякой похвалы достойно. Рафаил! Добрый и воистину благородный, как сохранивший богоподражательный образ, и дерзаю сказать, достойно соименный одному из первостоятелей ангельских. Такую я имею уверенность об этом чаде моем, имейте и вы, ибо он того достоин. Но обратимся к начатой речи. Так и мы спустя немного приедем отсюда, умрем, нас опрятают, отпоют и похоронят. Поскольку же это так и есть, и нет человека, который жил бы и не увидел смерти, то прошу и молю вас, будем жить преподобно и непорочно, и вести себя неповинно и безукоризненно, не только плоть, но и душу сохраняя чистыми, первую порабощая духу, чтобы не рассвирепствовало и не восставало под чревными движениями и обузывая страхом Божиим, чтоб покорно и смиренно довольствовалась мерой пищи, питья, сна и отдыха, определенной уставом и особым повелением. На второе же наблюдая, чтобы не слагалось скверными помыслами и движениями,
и вся, воспаряя к Богу, его красоту созерцала единую, потому что она одна воистину прекрасна и достолюбезна. Все же другие красоты — призрак и ничто. Ограждая также ее молитвой псалмопением, чтобы через то и другое представить ее благоугодную благостному жениху Христу Богу. Если так совершим течение наше, благо нам. Мы не умрем, а живы будем, сопровождаемой утешительной напутственной песнью. Блажен путь, которым идете вы днесь, ибо уготовано вам место упокоения. 163. Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против миродержителей тьмы века сего. И к началу злобному супостату нашему дьяволу, который в самом начале мира бытия, прокравшись в рай, прельстил праотца нашего к преступному вкушению от запрещенного плода, и через то был причиной изгнания его из рая сладости на землю эту. С тех пор из рода в род преследует он род человеческий, научая его всякому злу. Он ныне и нам всячески наветует, ползает, шипя и виляя хвостом, ластится, чтобы удобнее престить. Воровски входит и выходит, и уловляет души неутвержденные и себе невнемлющие. Почему нам против него нужны большое трезвение, большая бдительность, большая осмотрительность и тщание, чтобы он не напал на нас и не уранил. Зная его замыслы и козни, вооружимся всячески и станем противовоевать и отражать его, не ленясь и не послабляя ни себе, ни ему, как и он не отступает и не делает послабления, ища погибели нашей. Хотя бы многократно нападал он в день и терпел неудачу, все стоит на своем, как бы ни начинал еще борение, и снова нападает еще сильнее, взяв с собой других духов злобы. Так и нам не должно отступать или послаблять себе при таких ежедневных и ежечасных на нас нападениях, хотя бы мы показали уже много внимания и напряженного усилия и с успехом. Не будем изменять этого, но всегда будем держать равное против него рвение, возбуждение и сопротивление, чтобы, видя такое наше сильное врагу противодействие, Бог радовался и веселился о нас, и святые ангелы его, помогающие нам по его внушению и мановению. Ибо мы не достигли еще в меру бесстрастия, и вместе с ним свободы от брани, чтобы ум наш безмолвствовал в себе, не подвергаясь борениям. Это многими трудами, потами и подвигами наследовали и наследуют неутомимые ревнители. Нам же, которых обдержит еще страстность, необходимо настойчиво пребывать в подвиге и утомлении непрестанном, не унывая и не опуская рук при виде своей изменчивости и при переменах в тактике врага, по причине коих каждодневно и каждочасно приходится будто снова начинать. Таково дело подвязающихся искренно, за что и венец каков? Свято достигнуть высот бесстрастия. Но блаженно и второе, не быть побежденным в бранях и всегда противостоять, подвигаясь постепенно к той высоте и совершенствуясь. Мученическую корону получит и таковой, как и воин, по возвращении с поля сражения, показывающий царю раны свои и язвы, не бывает презираем или осуждаем, а напротив, получает похвалы, дары и отличия. Будем же подвязаться, как воины Христовы, и время свое будем почитать не иным, чем как временем схватки с врагами, когда только и слышно, что жужжание стрелы, удары мечей, ибо много борющих нас с высоты, как написано, которые весь день делают нападения и ведут борьбу, ставят сети, роют ямы, устрояют засады и всякие другие ковы. Кто же избежит их, кто укроется от них? Кто не поткнется ногой и не попадет в сети их? Кто другой, как не имеющий смиренномудрия в содружестве с послушанием? Неленостную молитву, усердие к делу, непротиворечивую покорность, безропотную подвижность, неусыпно трезвенное внимание к отражению срамных помыслов и к восприятию благих созерцаний, бдение, псалмопение, поклоны. Над всем же этим или со всем этим – исповедание сокровенности своих, бежание дерзости, мерность слова. Всем этим и подобным этому внутренний наш человек запирается, как в крепости,
И враг, не имея силы действовать против него, отходит. 164. Будем внимать себе, брат, и не будем проживать дней своих и времени своего напрасно. Вот этот день уже прошел, и не видать нам его больше. Но дела нами в продолжении его сделаны, записаны. Если они хороши, благо нам, а если нет, увы. Будем блюсти чувства свои неокрадаемыми, держа голову большей частью преклоненную, ухо да будет внимательно, не рассеяно, не повлачаемо туда и сюда, ибо что видится в глазе, то видится и в душе, потому что внешний человек срисовывает то для нее. Лицо да будет не сумрачное, не рассеянное, но степенное и кротко, и большей частью печальное и орошено слезою сокрушения. Поступь да будет смиренно, не вычурно, не гордо, без подъятия плеч, хмурения брови, шумного ступания и потрясания всем станом. Речь также да будет приятная, не слишком громкая и не слишком тихая, со степенностью в очах и других членах, без расширения ноздрей, махания рукой и вращения лица. Ибо человек Божий благоустроен во всем, органом никак, а будучи обитающее в нем. Духа, направляющего и в говорении, и в смотрении, и в ясти, и в питии. И нам надлежит поступать благообразно и по чину во всем, и в одеянии, и в обуви, помышляя, что с нами всегда и во всех случаях и при всех делах присущ Господь Бог наш. 165. Чему учит нас святой апостол? И что внушает, когда говорит: «Вот ныне время благоприятное, ныне день спасения». Отложим же темные дела и облечемся в оружие света. Это он, как благой отец и учитель, возбуждает нас от лености, отгоняет дремание душевное от мысленных очей наших, добре направляет наши по Богу шаги, наводя их на стезю доброделания. Послушаемся его божественного учения, восстанем живо, отрезвимся и потечем еще и еще усерднее, потому что день жизни каждого из нас уже преклонился. Постараемся же приготовиться, да благо будет нам, и вечные веки поживем, наслаждаясь неизреченною радостью. Ибо если не готовыми и не благоустроенными в душе застанет нас конец жизни нашей, увы, но увы, воистину. И кто исхитит нас из рук душегубительного змея? Или в чем найдем облегчение, когда мучаем мы будем за нерадение, в котором зло провели здешнюю жизнь? Почему оставляющие нас пусть оставляют, и беззаконующие пусть беззаконуют, говорю о отбедших от нас? Или лучше, помолимся о них и постараемся воззвать их обратно, ибо не хочет Бог смерти грешника, но чтобы обратиться ему и живу быть. Вы же, благодатью Христовой, пребывающие в подвиге послушания и неложными сохраняющие обеты свои перед Богом и человеками, радуйтесь и веселитесь, ибо многое сокровиществуется вам награда на небесах, если до конца будете внимать себе и верно исполнять все заповеданное вам о Христе Иисусе Господе нашем, как воины Его им набранные. Ибо Ему воинились вы, и Ему служите день и ночь, помня слово Его, не говорящий мне: «Господи, Господи», но творящий волю Отца Моего Небесного, мой есть. И внушение апостола: «Хочешь ли не бояться власти? Делай доброе, и будешь иметь похвалу от Него». 166. К вам не надо ныне говорить так, как говорится у древних пророков: «Слухом услышите, не уразумеете, и видеть будете, и не увидите». «Одебело бы сердце людей этих, и ушами своими тяжко слышат, и очи свои снижили. Ибо вы трезвитесь и бодрствуете, откровенным лицом славу Господню взирая, после того, как отрезвли тинус пристрастия к миру от очей душевных, через послушливое священное жительство ваше, и стали чисто видеть вещи, то есть житейскую суету и непрестающее волнение человеческих дел в разных направлениях, и уразумели, что одно только есть твердое, достолюбезное и провожделенное благо, превожделенное Бог, и то, чтоб к Нему стремиться добродетельной жизнью.
Благословен же Господь и Бог Отцев, сподобивший нас быть причастными части этой и вести такую любомудрую жизнь. Горе будем потому взирать, где глава наша Христос, умопредставляя не какие-либо тленные и скоро приходящие, но небесные и пренебесные красоты, и тамошних неописанных и неизреченных благ вкушения и утешения, о которых ни ум никогда не помышлял, ни ухо не слыхало, ни сердце не мечтало по причине недомыслимого превосходства их, которых, как я могу уверить вас, достигнете и вы, если Господь подаст вам силу до конца терпеливо понести предлежащий вам подвиг, и упокоитесь там, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Тогда вы велигласно возблагодарите Господа, призвавшего вас к этому священному образу жизни. А при терпенных же скорбях не только никакого помина не будет, напротив, жалеть будете, что не пришлось вам понести гораздо больших подвигов скорбей и теснот, чем понесли. И что увидим в тот страшный день явления Господа нашего Иисуса Христа, когда явно придет Он с бесчисленными мириадами ангелов и архангелов, и сядет на престоле страшного судилища, собирая с четырех концов земли все языки и всякое дыхание, открывая дела тьмы и объявляя советы сердечные, вследствие чего одни возьмутся к радости одесную сторону Господа, а другие отыдут со стыдом налево, и те введены будут в светлые обители, в рай сладости, в Царство Небесное, а эти отосланы в огонь неугасимый, в пищу червям, на скрежет зубов, в тьмущую тьму, вглубь Тартара, в узы неразрешимые, и всякие мучения, сообразно с грехами каждого. Тогда те просветятся, как солнце, и начнут радоваться и веселиться полным сердцем и немолчными песнями прославлять Господа, уразумев, какому благому добре поработали владыки». Это мученики, за исповедание его пролившие кровь, апостолы, пророки, исповедники, преподобные и праведные. За ними душевное мученичество, показавшие архиереи, иереи, монахи и миряне, все в добрых делах, начинаниях и подвигах пожившие. А эти начнут стенать и рыдать, увы, к увы прилагая, и проклятие за проклятием призывая на свое бессоветие, вяжемые, биемые, поносимые отверженными духами, паче же сами себя осуждая и клеймя, и отчаянием терзаясь, конца не чая нестерпимым мукам, определенным на вечные веки, как изречено вслух их, и пойдут эти в муку вечную, праведники же в жизнь вечную». Принимая все сказанное в чувство, можем ли мы разлениваться в наших трудах и потах? Можем ли малодушествовать от претрудности теперешней жизни? Не более ли воодушевимся сердцем и пламенея огня возгоримся рвением до конца прибыть верными уставам нашей самоотверженной послушнической жизни? Чего бы это нам ни стоило? Восприимем же все это в чувство и пребудем в нем, усердно делая все, к чему это побуждать будет нас. Ибо кто равнодушен к этому, будьте уверены, что он уловлен страстями, дремлет в беспечности, тяжко серствует, сластолюбствует, завидует, легкомысленничает, ленится, уткнувшись, как медведь, в лапы. Того только ищет, чтоб поесть и попить». Рыкает, как лев, не получив удовлетворения своих злых пожеланий, прыгает, как леопард, от одного удовольствия к другому, ухитряется, как лисица, достигать искомого по своему сердцу, злится, как верблюд в отмщение ближнему за какое-либо случайное опечаление, ржет, как конь, женонеистуя на тела человеческие и скотские, бесстыдствует, как волк, в продерзости на погубление души своей и братней. И что много говорить о разных страстях, которыми иные не уподобляются только зверям, но и гораздо превосходят их в зверонравии своем, стоящий же на стороне благих помышлений, как ангел светл, как херувим молниеносен,
как Серафим многоочит, чтобы, воспользовавшись каким-либо случаем, не наскочил на него душепагубный дракон, мужествен, как воин, огненный меч разительного помысла наносящий на грех и демонова паляющий вожжением благих помышлений, как источник преснотекущий, источая чистые струи слез сокрушения, как храм Божий созидается из золотых камней добродетелей, как агнец незлобивый по подражанию владыке своему не проречет и не возопьет, но хотя бы прилежала смерть, идет, повинуясь отцу и братьям. Но все показана вам жизнь и смерть. Избирай себе каждый, что хочет. 167. Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего по апостолу. Поэтому нам нужно иметь трезвение, бодренность, заботливое старание, напряженные усилия и ограждение себя духовными оружиями. Как-то верою несомненную, как шлемом, послушанием непритворным и смирением нелицемерным, как щитом и всякою другою добродетелью, которые все в своем случае могут служить оружием против обольстителей наших и имеют силу обращать вспять невидимых супостатов наших. Эта брань великая и страшная, как знаете, всегда в действии, не переставая даже во время молитвы и святого причастия. Она приводит в движение и воздымает иногда такие помыслы, о которых непристойно и говорить. Но душа смиренная, уязвляемая помыслами, отражает их с ненавистью, противоречием святыми помыслами, в то же время обращаясь с молитвой к Господу. Помощь от Господа тотчас приходит, и восток с высоты поражает и прогоняет дракона. Почему не следует нам малодушествовать или уступать при таких нападениях? Ибо при бесстрашии сердца ум пребывает недоступным для приражения таких нападений. И это не только во время причащения, но и во всякое другое время. Враги во всякое время нападают, и когда не ожидаем. Но когда мы в добром и мирном бываем устроении, в духе ли, или от объявшего нас сокрушения, или от чистой молитвы, или от чтения, или другого какого священнословия, он нападает, возмущая и колебля сердце, и как бы из пристани выбрасывая на волну,